Ольга Балашова – саровская писательница. В 2020 году ее сборник стихов и прозы «Она стрелец» и с ранних лет романтик и поэт получил большую популярность в городе. О книге Ольги Балашовой расскажет руководитель Академии мюзикла «Бис» Татьяна Бычкова. Всегда была увлеченной, жизнерадостной девчонкой, имела за плечами музыкальную школу и, соответственно, занималась разными различными видами искусства. Многие писала песни, стихи, рассказы. Многие песни написаны на трагические темы. Это говорит о том, что она за все переживает, все переносит через свое беспокойное сердце. Живет она в Сарове у нас здесь. У нее есть дочь, внук. Эта книга ее дебютная. Почему я ее вот и показываю. Хочу познакомить город именно вот с этой книгой, потому что вряд ли кто-то ее читал, как сказать, в широких массах. Книга очень полезная. Почему? Потому что здесь есть стихи, которые дети могут читать тоже на праздниках, на различных. Они очень полезные, познавательные. И есть рассказы. Мне из всех рассказов больше всего понравился рассказ про звездную сказку. Все знают, что у нас проблема с экологией. Большая. Вот такая вот звездная сказка, она небольшая. Рассказывается в этой сказке о том, что наша Земля засоряется, планета, о том, как она рождалась, кто ее родил, да, и вот как она переживает вот эти стадии загрязнения в себе, то есть что она вроде как и прощает людей, а потом вновь на ней опять все как бы сначала простила, потом мать, которая ее родила, решила избавить ее от страданий, очистила от людей. Она вот вновь возродилась, и опять на ней появились люди. Такой цикл вот непрерывный. Именно вот рассказывается здесь, вот в этой книге, в этом рассказе. В этом рассказе вот об этом. Поэтому мне он очень нравится. Для детей очень полезно, потому что детям можно почитать и в детском саду, и в школе. Это познавательно будет, чтобы дети прониклись этой идеей и, соответственно, берегли нашу Землю, нашу планету, не засоряли, не мусорили. Ну, а стихи всегда полезны, и стихи читать тяжело детям, надо объяснять смысл. Соответственно, детям интереснее будет читать про, например, у нее стихи про лесную фею. Ребенку будет очень интересно, естественно, он с выражением начнет это все читать, он начнет представлять. Есть стихи про весну, про весеннее чудо. И также здесь вот у нее, в принципе, у нее вот здесь вот очень большой сборник. То есть у нее есть стихи для детей, про лето, когда оно закончилось, философские умозаключения. Вот, когда ночью плохо спится, тоже пишутся стихи, здесь они тоже есть, это целый цикл у них. И стихи, посвященные Дню Победы. Ну и маленькие вот небольшие рассказы, из которых вот одна звездная сказка. Это называется «Реальная скамейка в виртуальном времени». То есть там вообще, в принципе, много рассказов про полезных для детей. Взрослым тоже советую к прочтению особенно обратить внимание на эту сказку. Почему? Потому что, да, говорю, в нашем мире сейчас это большая-большая огромная проблема. Что, учитывая и войны вот эти все, там тоже затрагивается эта тема в этой сказке, о том, что ядерные вот эти все бомбы, они тоже разрушают нашу Землю. Поэтому здесь и взрослым, и детям это будет полезно. Еще раз как бы напомнить о том, что Земля не вечная, что надо ее беречь и что надо ее хранить. Что ты, мамочка? Они ведь не все плохие, а многие очень даже добрые и интересные. Одни так красиво поют, что заслушаешься. Другие красиво танцуют. Третьи пишут красивые стихи и даже иногда обо мне. Есть такие люди, которые никогда не грязнят ни на улице, ни на природе. А еще есть такие люди, которые делают другим добро. Кто-то возводит красивые храмы, в них звучат душевные песнопения, возносятся молитвы Всевышнему. А что же еще хорошего люди сделали для тебя? А то, что люди сделали хорошего, вы узнаете, прочитав вот эту замечательную книгу именно с рассказом про звездную сказку, автор Ольга Балашова. Рекомендую к прочтению.